Девочки, доброе утро. Хоть окна помоет. У нас такой ливень, как из ведра. Это вообще. Немножечко хоть прохладой повеяло. Ребятки ходят за мной по пятам. Я вышла на улицу и не поняла, Синди то ли испугалась ливня. Соседи беседки поставили, чтобы наблюдать за нами. Так, ну что, надо позавтракать. Стэдди уже пойдем гулять, когда дождь закончится. Ой, как радует, да, девочки, отрадуемся дождю, когда после изнуряющей жары вот такой ливень, проливной прямо ливень. А я вчера прямо как чувствовала, не стала поливать газоны. Можно открыть все окна. Анапы вообще не видно. А кто-то с утра побежал на море. Так, сейчас надо мне позвонить Юле. Или Лёша спросить, что с Синди. То ли она дождя напугалась, то ли что, я не поняла. А, еще и сверкать вздумала, молния. Тогда окна закрываем. Девочки, я сегодня пятерочки. Посмотрите, какие отборные персики по 179. Нектарины, наверное, возьму. Они вот дня два полежат и будут просто бомбические. Персики по 169. Так, что еще есть? А, сливы вчера по 144. Почти все разобрали. О, они мягкие, обалденные. Так. Вот что мне еще нравится. Алисе покупаю по 54 рубля. Пончики. По 54. Потом по 49. Вот эти очень вкусные косички. Обалденные. Улитки вот эти очень люблю. Тоже по 54 рубля. Раньше они были 49. Самсуни покупаю. Тоже по 49, по 44. По 39. С ветчиной, сыром. Со шпинатом очень люблю. Вот такие вот. Они по 49 рублей. Напишите в комментариях, девочки. Покупайте такие. А это мои самые любимые. С картофелем и с фаршем. Вот с очень-очень вкусными по 44. Выпечка, конечно, у них бомбическая. Именно вот здесь. Всегда есть наличие. Так. Так, что еще? Хлеб. Хлеб чиабатта мне нравится по 54 рубля. Чиабатта. Ржаной 64. Хлеб. Так. Это вот по свежей выпечке. Так, пойду я корзинку возьму. Чернослив по 59, 100 грамм. Смотрите, какой шикарный. Вот эта смесь тоже мне нравится. На перекусик вот вместо конфет по 45 рублей, 100 грамм. Очень вкусно.
всегда, вот девочки, в этой пятерочке всегда есть пломбир. Шоколадной крошкой люблю коровку из Кореновки по 71 рублю. Коровка из Кореновки. Вы любите вот таких брикетов больших, берете мороженое, коровка из Кореновки, брикет по 104 рубля. А, красная, девочки, желтый ценник, это значит берешь две по цене одной, да? 104, 62. Девочки, доедаем помидоры. Юля привозили от Анатолия Григорьевича, от Татьяны Викторовны. Персики, нектарины вот эти. Нектарины, персики, сливы. Уже, знаете, уже ничего не охота. Уже хочется просто арбуз каждый день. Каждый день арбуз. Все. Эти соты переложили сюда в банку. И теперь они будут стоять здесь годами, пока не выбросят. Алиса ест одним мороженым. Все покупаем. Я сходила сегодня. Пятерочка. Набрала мороженок и целую кучу. Ест одно мороженое. А здесь еще всякие чаи. Вот такие чаи. Любители, кстати, очень вкусные. Я их просто кипяточек бросаю в кипяток. Стакан с кипятком и ягодный морс такой пью. Одно мороженое ест, девочки. Не знаю, что есть. Именно вот эту фирму я пока сегодня тащила, они все у меня разморозились. Ну ничего, съест. Я думаю, что съест. Так что вот лето. Вот такое лето. Сделаю сейчас себе. Сижу дома, сериалы смотрю. Юля из Крыма привезли вот такие вот. Вот такие вот херовинки. Я в духовке разогрела сегодня. Одну вот так разделала. Мяса много, но очень острые. Я вот сверху вот это тесто съела, мясо осталось. Никто не доедает. Никому нафиг не надо. Время 6 часа. Можно было бы на улице посидеть уже. Ветерочек, но горячий. Ветер горячий. Заварю сейчас себе льда. Ягодный чай. И будет мне счастье. Облепиха с кусочками яблока. Такой аромат идет вообще обалденный. Вот на заправках мы едем, там часть облепиха, точно такие же маленькие пакетики, лед выбрасываешь туда, заливаешь кипятком, и получается вкусный чай на облепихах. А, девочки, не яблок, лимон, с лимоном. С лимончиком, освежающий такой. Да, я вспомнила. Я ела холодный, его без чая. И лимончик прямо так, знаете, освежал прямо лимончик. Все сейчас постоит и прямо идеально будет. Не могу остановиться, ковыряю. Я в духовке их разогревала. Но они, в принципе, так нормально. Конечно, они когда из тандыра горячие. Просто прелесть. Юля из Крыма привезли мне Алисе.
крымскую косметику, новый урожай, и для душа, и жидкие патчи. Но я их не пробовала еще. Надо будет попробовать жидкие патчи. А еще для Редут вот такой вот шкаф у нее. Вот здесь вот он прям вошел идеально сюда, в ванную. Вот этот шкафчик. Здесь у меня полотенце. Сложила я все. Идеально просто. Еще мне надо крючки. Попросила. Купите мне крючки под полотенце. Но сейчас думаю, нафиг надо. На стены полотенце еще развешивать тут. Вот ванной прямо идеально здесь. Этот комод получился для ванны. Не знаю, что вам не нравится. Мрамор. Под дерево пол везде. Очень хорошо. Полотенце не убираю, потому что без конца палькаюсь. Без конца палькаюсь в душевой кабине. Очень красиво. Вот так вот. Пишите в комментариях, нравится вам так вот или нет. Поближе. У них очень хорошая мебель. У Редута одежда, посуда. Очень хорошая. У нас уже комод в моей квартире на Крымской, зеленый. Ну, такой зеленого цвета, тоже Редут. А это вот шкафчики для ванны. Все чистенько, свежо. Очень хорошо. Не закрываю, потому что это духота. Духота. Я открываю, чтобы немножко проветривалось, и кондиционер на втором этаже. Здесь свалка у Юли. Это все на рекламу. Это все надо убирать, разбирать. В общем, рекламировать. Короче говоря. Вот так мы, девочки, живем. Мася нашла, спит на ночью теперь на улице. И причем спит в, у Лёши в цехе, в его там где-то нашла, там на полке или где место нашла. Спит. Смотрю оттепель, который раз уже. В общем, хоть телевизор здесь посмотрю. Вдосталь, соскучилась уже. Пока-пока, девочки.